Федеральные эксперты приехали в Ульяновск, чтобы обсудить работу с технологиями и реализуемые общественные проекты. Например, при поддержке президентской платформы «России – страна возможностей» в регионе успешно воплощаются эффективные программы. Если говорить о самых востребованных проектах у жителей региона, то это, конечно же, школьный проект «Большая перемена», проект «Твой ход», Олимпиада «Я профессионал», «Лидеры России» и так далее. Вот, поэтому основная сегодняшняя задача – подвести итоги, потому что в прошлом году у нас было подписано соглашение с регионом Питерском экономическом форуме. И сегодняшняя задача – посмотреть, что у нас удалось реализовать и какие у нас перспективы для взаимодействия. Гостей заинтересовал недавно построенный дом молодых. Также приглянулся ветропарк. Продукт должен приносить не только прибыль, но и пользу обществу, уверена эксперт Оксана Клименко. Какое влияние на общество оказывает каждый проект, каждая деятельность любого бизнеса. И забота об окружающей среде, и забота об экономике и развитии не только себя, но еще и партнеров и региона в целом. Для устойчивого развития стране нужны инженеры. Технологии не стоят на месте. Квалифицированные разработчики необходимы во всех сферах, от машиностроения до IT. Но сегодня инженерия как таковая, она проходит на стыке различных наук. Это и биоинженерия, это и киберинженерия, и IT сферы. То есть все практически, сегодня нет как такового специалиста, который занимался бы узкопрофильным направлением. Сегодня весь мир взаимосвязан, все технологии, они находятся на стыке различных наук. Также эксперты обсудили идеи с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Виктория Чиркова, Герман Баранов, Ульправда ТВ.